Всем привет, друзья! Вы на канале Блог Владивосток. Я нахожусь на Чайке и снимал здесь, в этой точке, год назад. Смотрите, за этот год уже построили три здания, три коробки. Одну из них уже застеклили практически полностью. Строят еще одну. Вон там кран стоит. За ним еще здание. То есть получается, на маленьком пятачке земли построили или построят 5 огроменных многоэтажек. Там вот вдалеке еще одна стоит. И, по-моему, за этими многоэтажками еще такая же здоровенная. И что интересно, что вот здесь, где я сейчас стою, вот вдоль дороги, здесь выкопали землю и будут строить, я так понимаю, малоэтажные здания, коттеджики. Буквально лет 5 назад я вот там внизу ставил березовый сок, собирал. Было такое уединенное место. И сейчас смотрите, как все расстроили, раскопали. Территорию подготовили под строительство. Здесь буквально просто овраг был, вот такой же. И его подготовили под застройку. Вон там уже построили несколько коттеджиков небольших. Чайка, видно отсюда море, ковришку, люди рыбачат. Утром, по крайней мере, было довольно много рыбаков. Сейчас что-то особо не наблюдается. На машинах выезжают на лед и ловят рыбу. Также мы видим, спецтехника стоит, своя забивательная машина. Я так понимаю, что на этом пятаке тоже будут что-то строить. Наверное, очередной дом многоэтажный. Ну, конечно, плотная застройка. Даже не позавидуешь тем людям, которые переедут в этот микрорайон, потому что очень много людей будет на квадратный метр, человейник, так сказать, очередной. Казалось бы, Чайка — тихое, спокойное место, превратилось вот в такой вот урбанистический райончик. Там вдалеке трасса. Кстати, трасса довольно сильно шумит. Даже здесь слышно звуки, поэтому коттеджик здесь не будет уютным, укромным местом. Тут будет всегда шумно, всегда будет долетать шум с дороги. Вот такие вот пироги. Буквально за год как все изменилось. Изменился вид, ландшафт. Можете посмотреть видео прошлогодней съемки и позапрошлогодней съемки. Я здесь вот в этих местах снимал. Друзья, подписывайтесь на канал Блог Владивосток. Интересные места города Владивостока, достопримечательности края и города, путешествия вы можете увидеть у меня на канале. 19 февраля я лечу на Сахалин покататься на горнолыжной трассе сахалинской, и оттуда будет новый контент, поэтому подписывайтесь, не забывайте ставить лайки.